Всем добрый день и приветствую вас на своем канале «Бабушка из Америки». Чудесный день, и мы отправляемся в путешествие в Чикаго на... Посмотрите дальше в видео. Обожаю эти ветряки энергоустановки. Так они красиво смотрятся на фоне зеленого массива леса. Чистые дороги, зеленая трава, а эти башни, вот напорные башни практически в каждом городе, и на них обычно написано название города, так что можно ориентироваться по знакам. Нас сопровождают разные машины, так все позеленело после последнего нашего путешествия, то кабриолеты, то Тесла. Тесла тайно снимаю. Первый раз так близко вижу Теслу. Заехали позавтракать. Чего тут? Мексиканская кухня. Совсем никого не было с утра. Мы так вкусно перекусили. Все свежее, вкусненькое. Такие лепешки кукурузные, как лаваш. Мясо. Овощи, сметана, авокадо. Это сметанка. Сыр. И авокадо. И очень-очень вкусно на завтрак. То в лепешке, я просто в тарелочке. Жаль, не было ни кофе, ни чая. Пришлось пить лимонад. Ну и дорога ждет нас. Вот она. Даунтаун Чикаго. Очень красивый вид. Можно сказать, на всех красивых открытках. Нас сопровождает. Это красиво. Удивительное такое строение американских городов. Даунтаун, центр города, он в основном высотки, а все остальное такое. 2-3 этажа, не больше. Это апартменты, такие парки красивые, зеленые, стрижены. Собачьи парки, какая-то скульптура. Хорошая погода, синее-синее небо. И мы приезжаем. Вот сюда. В театр на шоу. Blue Man Group. Мы немного покатались мы по улицам Чикаго. Зашли в магазин. Погуляли, пошопились немножко. Но ничего не покупали, потому что театр идем. Поэтому любят они свой флаг. Очень красивое здание. Плющ заплетает полностью. Интересные строения такие. Только в одно окно, как в Сан-Франциско. Земля дорогая, поэтому дома вверх до 3-4 этажей, а выход только окно и дверь. Blue Man Group. Это гастролирующая группа, шоу-группа. Здесь прямо у входа нам выдают маски. Чикаго. Требования, что внутри помещения в масках. У нас уже в городе сняли запрет, но это Иллинойс. Это такие фойе, такие картины. Это группа, актеры. Они в синих масках и в темных одеждах. Это музыка. Шоу без звука. Тоже инсталляции группы Венеции. Проходим в зал. Очень торжественная обстановка. Люблю театр, все любят театр. Зрители, кресло, здание старинное. Очевидно, тоже театр был здесь старинный. Группа только выступает здесь и гастролирует. Их несколько групп по Америке. Впереди зрители одевают. В Лас-Вегасе не выступали, в Майами. Такое освещение, что кажется, что наша Ваня пригласили участвовать в шоу, ряда, как подсадная утка. Зрители одевают полиэтиленовые плащи, так как шоу будет сопровождаться разливанием краски. Наша Ваня решили выступать в шоу. Вот они, ребятки, выступать нельзя, но так потихонечку я снимала несколько кадров.
метров. За нами очень следили, чтобы мы все время были в масках. Шоу было интересное. Поздравили всех, кто присутствует с днем рождения. У кого был день рождения, поднимали руку. Вот и Ваня выступает, привели его на сцену, одели в непромокаемый костюм, щит и поставили у полотна. И начали разукрашивать. Такая картина получилась красивой. Мы очень радовались. Он был тоже доволен поучаствовать в шоу. Прогулялись по городу, посмотрели на улицы, на витрины красивые. Такой красивый магазин здорового питания. Все стены оформлены в виде клумбы. Заехали в Икеи, там пообедали вкусненько и поехали домой. Всем-всем всего самого доброго, яркого солнечного лета. Благополучия, здоровья, радости. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И чудесного-чудесного вам лета. А мы отправляемся в отпуск. Ждите видео.